Иртыш обыграл Атырау 2-1. Кайсар удивительным образом, но проиграл у себя на поле. Шахтер дома играет с Тоболом 1-1. Затем едет в Кустанай и обыгрывает кустанайскую команду здесь, за Тобольцы. 2-1. Удар! Налево. Будет подача. Низом идет. Опасно. И какая ошибка защитника! И в пустые ворота. Уверенно Шахтер атакует. Опять с мячом Стоянович. Кескири. Обин штрафное. И что хотел сделать Василий? Квиквескири. И Квиквескири делает прострел низом, но неудачно, не среагировал на него Турзин Тоболов штрафной. Подача почему-то идет низом куда-то. Удар Василия Кобина. Углового исполнения Азата. Ну, я думаю, что мешает ветер. Партнера подключает Мирошниченко. Подача. И опасно Шиндер. И в ногах у него свою команду. Смотрим повтор. Немножко упустил мяч Антон Шиндер. Ну, голкипер гостей спасает команду от гола. Итак, первый тайм у нас подошел к концу. Кустанайский Тобол в угловой, опасный. И вновь заворачивается в сторону ворот. И... Подача и на ближнюю штангу. Сидит, выносит мяч защитники Кустанайского Тобола. Мигунов под правую убирает. Еще под право. И на правый фланг передача идет. Будет передача в штрафную. Прострел низом и гол! Хорош! Неужели никто не задел этот мяч? И мяч... Примерно на 67-й минут. Тыңдаңыздар, бүгінгі ойында есе башылды. Доп соққан Шахтердің ойыншысы 19 нөмірдегі Евгений Тарасов. Гол забил игрок команды Шахтер номер 19 Евгений Тарасов. И опять пытается в контратаку убежать. Гости, атака. Наджарян выходит 1-1 и спасает Шацкий. Хорошая остановка от Стояновича. И отличный пас на Мигунова. Убегает Мигунов. И не успевали. Подача на ближнюю штангу. И как? Ой-ой-ой. Смотрим еще раз. Раз. И мяч летит. Что в этом месте стоял Котляр. И мяч попал именно в него. Тоже не ожидал Вячеславка. И вновь крутится мяч. Удар! Хитро хотел пробить. Под подпрыгнувшей стенкой не получилось. Кекескири. Ух, как пробросил между ног и зарабатывает угловой. Дарабаев. Вновь Кекескири. Подача в штрафную опасна. Косай пробивает. Не знаю, останется время еще у Тобола. Ну, что-то надо думать. Владимиру Никитенко. Будет ли передача? Квескири, подача! И... Пожалуй, все. Пожалуй, все. Ну, такой неплохой навал удался футболистам Тобола. Посмотрите еще. Ну, вот здесь вот хорошо, что не нарушил правила. Никакого нету. Вот финальный свисток. Поздравляем, Карагандинский Шахтер с победой.